То есть вот так. Ну, то есть он заслуживает того, что можно показать. Мы загрузили основной груз, но в то же время заехали в Реутов. Да? Во-первых, Филипп Анатольевич подарил коптер с тепловизорами, со всем тем, что необходимо сегодня. Мы получили дополнительно груз, в том числе немного медикаментов, немного одежды. И объединив усилия двух территорий, с Божьей помощью завтра поедем.